Ребята, кто не знал, у канала есть собственная группа ВКонтакте, в которой вы можете найти всякие различные мемасики, ну и, конечно же, важную информацию о канале. Также, ребята, вы можете найти некоторую информацию о моем оборудовании и даже задать мне вопрос в вкладке обсуждения. Также тут есть рассылка, на которую можно подписаться и получать оповещения о выходе новых видосов одним из первых в личные сообщения. Ребята, очень большая просьба, подпишитесь на группу, для вас это один клик, а для меня это большая радость. Ну а я вас не буду отвлекать от просмотра данного видосика. Ну а ссылочки, ребята, в описании. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Софлейзин Тофлик, желчь у нас рубрика «Когда опять онлайн», это «Битва воров». День здорово, чуваки! Всем привет, ребята! Ребята, сегодня мы приехали в вот такой замечательный маленький городок, чтобы найти какие-нибудь крутые тачки, после чего, конечно, их затюнинговать и, естественно, посоревноваться в топовых испытаниях. Но правила остаются все теми же, нам надо найти тачку за 3 минуты. Ну а вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, естественно, жмите колокольчик, чтобы не искать новенькие видосики. Ну а мы, ребята, начинаем! Ну что, ребята, вы готовы? Мы, да, готовы. Мы готовы. Тогда, ребята, у нас остается 3 минуты. И раз, два, три, погнали. Все, ребята, я просто побежал, ребята. А значит, я не знаю, куда я, ребята, побежал, но я куда-то побежал. И, блин, а кто со мной? Ах, ты маленький место. Говнюк, я ты со мной побежал. Стройка. Стройка? Да, а, братан, да. Я вот тоже на стройку побежал. Я побегу сюда, наверное. Я думаю, на стройке, ребята, что-то там будет такое. Начальники могут приехать на стройку на своих Bentley, Rolls-Royce, ну, кстати, да, ребята, вот с этим я согласен, но, блин, братан, я что-то тут ничего вообще не вижу. Так, ребята. Тут парковка есть, так что я бегу. Так, а куда Антон, ребята, побежал? Антон у нас побежал. А, подальше, я понял, братан. Ну ладно, тем не менее, блин, тут грязь какая-то, тут ужасная грязь. Антон, ты в город побежал, что ли? Ну да, там парковочка должна быть по-любому же. Нормально. А, я понял. Что-то перетаскивает. Так, я понял. Так, ребят, давайте, значит, быстро посмотрим. Смотрим, так, ну тут что-то, а может на снайперке, может там что-то со снайперка? Пацаны, я придумал! Что ты придумал? Я полез на кран, короче, сейчас крана посмотрю, что-нибудь. Братан, у нас тем не менее 2 минуты остается, и не знаю, что ты сможешь успеть. А так, братан, я вижу какой-то пикапчик. Не, ну пикапчик, ну такое. Так, ладно, ребят, короче, так. Тут ничего нет, тут реально ничего нет, what the fuck, так. О, тут реально парковочка. Пацаны. Что такое? Я нашел. Вон, ну, я вижу парковку, Флейзин, обернись! Я, что это, как это называется, Флейзин, штука? Это экскаватор. Экскаватор, да, я экскаватор нашел, это очень круто. Флейзин, очень прикол. Но посмотри где? Назад, потому что я там прыгаю! Где? А, лол, правда, да. Ребята, смотрите, вон там лов какой-то летит. Я приглядел так, машинки, пацаны. Так, ребята, что ты нашел? Тут парковочка, два каких-то опасных. Парковочка? Пацана, с автоматами. А, неплохо, неплохо. Так, с автоматами? Рокет-волтик, чё? Он меня задрит, я улетаю. Чё, налетел, ребята, смотрите. Так, ладно, тем не менее, у нас минута остается. Так, тут эскаватор, тут... О, какая-то тачка. Может, это что-то такое крутое? Нет, так, пацаны, дорога рабочая. Я на экране нашел парковку обалденную, пацаны. Блин, ребята, я вообще что-то ничего не вижу. Так, у нас минута остается, ребята. Блин, пацаны, я реально ничего не вижу. Так, ладно, давайте побежим туда, короче. Это ретро-машина, слушай, если прокачать, может быть, круто получится. Ретро-машина ты нашел? О, прикольно. Так, ну-ка, давайте, ребята, я может. Что-то вижу там у вас. Слушай, это не Делориан случайно? Чу! Подожди, это Делориан. Это Делориан? Может быть. Ты реально Делориан? Садись. Блин, ну, я реально ничего не могу найти. Да, колеса убираются, это Делориан. Где ты? Ой, ребята, реально он нашел. Говно. Вау, смотри, а, блин, я уже второй такой. Круг бегаю тут. Блин, ребята, 28 секунд. Флэзин. Так, быстрее, ай! Ой, я что-то вижу. Так, ну-ка, ну, короче, пофиг, ребят, давайте. Вон парковку вижу, кстати, рядом. Братан, мне кажется, ты не один сегодня такой, ребята. Я нашел скрабжит. Уху, просто. Серьезно, так там рядом даже экскаватор еще не стоял. Вау, мог бы его просто, ребята, вот так ракету еще. Офигеть, это скрабжит. Блин, ребят, честно, блин, офигенно. Просто очень круто, ребята, и время заканчивается. Пау! Все, ребята, время закончилось, мы нашли что? Мы нашли Рокет-Волтик, Скрамжит, Делориан. Это просто, мне кажется, улов очень офигенно. Так, давайте вырубим это. И, блин, ребята, я вам предлагаю перейти уже к тюнингу наших машин. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, встретились с пацанами. И, ребята, вы просто зацените мою тачку, потому что моя тачка супер-пупер гэнгста щит. Слушай, она под мой стиль подходит. Под мой... Какой стиль? Всё, уж... поехал, в смысле? Нет. Ребята, вы просто посмотрите на эту раскраску. Она просто, ребята, очень крутая. Я надеюсь, то, что мне не дадут 18+ за это. Ну, блин, ребят, ну вы просто посмотрите. Ну, просто лайк поставьте, если вам нравится, как и мне. Да. Ну, слушай, диски, значит, белые такие крутые поставил, в принципе, тонировочку. И, естественно, все по максимуму такой раскраской. Раскраска, ребята, просто
конфетка. Бомба. Так, ладно, давайте перейдем уже к следующей машине. Это DeLorean. Это чей? 80-х, 90-х, мой DeLorean. А, твой так. Еще такого небесно-белого. Ого, ну, братан, ну, честно, диски ему, мне кажется, не подходят, потому что они, ну, блин, да, они жесткие. Так, они ладно, а, переходим уже к Тофиксу. Так, Тоха, ты чё? Это ты мои диски украл, ты говнюк. Кстати, маленький. Похоже, похоже. Да, мои диски. Это мои диски, ты чё? Так, ладно. Это мои диски. Ну, слушай, очень-очень крутая тачка, очень крутой цвет. Красная, потому что опасная. Знаешь, помидор, помидор. Вот реально помидор просто. Огонь, огонь. Да, мне кажется, помидор. Ребята, помидор. Реально, помидор, реально вот цвет помидора. А у меня что, синяк? А у тебя нет, у тебя небо. У тебя небо, у тебя небо. А у меня не он, а у меня не он. Короче, ребят, давайте сейчас каждый напишет в комментариях, что вам тачка нравится больше. Если вам нравится моя тачка, то пишите Флейзин. Если вам нравится тачка Джелла, то есть вот этот Делориан, то пишите Джелл. А если вам нравится вот эта тачка Тофлиса, то пишите Помидор. Ну а мы, ребята, уже переходим к чему? Правильно, к испытаниям. Ну что, ребята, у нас первое испытание — это испытание скорости. И тут надо проехать 3 кружка на этом аэропорту Тревор. Ребята, не используем наши, в принципе, способности. Нитро, прыжки, летательные способности. Ну еще почему? Раз, колеса убрать можно. Ну, колеса, ладно, колеса можно убрать. Итоха, давай, раз, два, три, кидай гранатку. Накинул, и гранат, уже, так, давай, давай, ну-ка, давай, ну-ка. Надуваем тачку. И... Пау, все, чё? Блин, ребята, честно, очень хочется нажать на нитро, прям очень жестко, но все же моя тачка сейчас обгонит. Так, давайте прям. А, я думал, прям под тобой. Пока, братан, пока. Ну слушайте, у меня суперкар, это суперкар, ребята. Подрезать можно не надо. Как бы да, и можно не надо. Так, слушай, мне вот интересно, а вообще можно на DeLorean прилететь? Так, только, можно мне прыгнуть? DeLorean, давай. Я прыгну. Сорян, братан, но мне надо, чтобы тебя как бы объехать так. Да, чтобы не снижать скорость. У нас 3 круга, 2. У нас три, братан, 3 кружка. 3 кружка на этих офигительных тачках. Да не, не обгонишь. Не обгонишь. Давайте, ребята, на третьем кружке мы используем уже ускорение. Так, окей. Говнюк маленький, кто там кидается, стреляется? Не я, пацаны, а, я понял, я понял тебя. Так, ладно, окей. А, на третьем кружке мы уже используем наши ускорения и все наши способности. А у меня нет ускорения. Да ты лох, потому что. Ну ладно, бывает, бывает, ничего страшного. Ну, не, ну ты летать умеешь, и как бы. Так, так, так. И все, уже можно использовать способность. Так, Антон, пока! Просто! Минус Антон, минус Антон. Блин. Нет, только не используй ускорение, не надо, только не. Так, ребята, и тем не менее. Так, кто там? Кто там летит? Кто там летит? О, Антон, я вижу. Так, ладно, я пока что не буду использовать ускорение. Так, ой, пацаны, что-то все плохо у вас, что-то реально у вас все плохо. И я финиширую. Антона занесло на его ракете. Ребята, я уже занесло, офигеть. Короче, ребята, я, значит, финиширую, получаю свой первый балл, счет у нас 1-0-0. И давайте уже перейдем ко второму испытанию. Ну что, ребята, у нас второе испытание — это уже сумо. И тут надо скинуть своих оппонентов с этого здания просто вниз. И, ребята, давайте. Раз, два, три, погнали, все, парни. Мне кажется, надо. У вас нет шансов. Ну, братан, если ты как бы на низ падаешь, то все, тебе жопа. Так, братан, давай, давай, давай. Тоха, Тоха, отойди. Тоха. Нет! Минус Антон просто сразу же. Так, ну теперь. Так, ты маленький. Ты маленький. Ох, ты ж маленький. Так, 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 нет. Нет, 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 нет. Так, ребята, у меня есть топовый идея. Так, я ушел. 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 Ну, конечно, ушел. Ушел, говнюк. Ушел. Нет. А ну иди сюда. Нет. Ой, блин, ребят, давай, смотрите, он давай, просто. Давай. Так, ай-яй-яй-яй. Так, нет. Главное, мне за территорию не ушел. Вылетать. На! Нет, тихо! Это что сейчас было, тихо, я не понял. Тихо, неплохо, так. Ой, минус! Да все, ладно. Сразу, а ребята! Вообще, раз, два! 3, нет, 4, нет, 5. Нет, братан, не успел, действует, не действует, не действует, братан, не действует у нас такие правила. И, ребята, блин, я получаю свой второй балл на счет 2-0-0. И, ребят, давайте уже перейдем ко второму раунду. Ну что, ребята, у нас уже второй раунд, и, парни, вы готовы? Я тебя там. Раз, два, три, все, погнали, парни, давайте, погнали. Давайте, мне кажется, Леху надо скинуть, да, потому да, что, да, все да, же, Леха, Леха офигел, мне кажется. Так, Леха там совсем вообще. Уже. Леха, пока. Опа! Леха, ты упал? Леха не упал. Какой упал? Леха, пока! Нет, я упал! Чего? Антона, ты остался? Да. Антон остался, блин, Антон выигрывает в этом, в принципе. Так, в смысле наблюдать? Так, братан, я тоже упал. Получается, ребята, короче, Антон, да, я упал, ребята, и Антон получает свой первый балл на счет 2-1-0. И давайте уже перейдем к третьему заключительному раунду. Ну что, ребята, у нас третий заключительный раунд. И давайте, парни, раз, два, три, все, нападаем просто на Леху сразу.
Пока! Антон улетел! Чё? Я видел это! В смысле, как Антон улетел? Как? Просто лох, Антон, так, я понял. Так, ну, Лёха, мне кажется, тебе жопа. Я не буду к тебе сзади подъезжать, я знаю твою ускорение. Давай, 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 братан, давай, давай, давай. На тебе, получай, вот проехал. Ну, слушай, братан, мне кажется, тебе жопа, мне кажется, тебе жопа. Конечно, размечтался. Так, давай, 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 давай. Так, пацаны, ну я поеду вот так. Так, Антон там сзади. Ой, ой, ах ты маленький, какой, на-на-на. То, блин, Лёха, все, скидывайся, скидывайся, ты задрал. Да, как? А как ты так залезаешь на меня, алло? Не так, знаю. Это где? А, ты сзади, я понял, да, ты маленький говнюк. Так, ладно. Лёха. А чё-то я хотел развернуться. Давай, Лёха. Давай, Лёха. Давай, давай, еду. А, ой, заносит. Ой, Лёха, заносит так, тебя, так. Меня. Ребят, давайте, на. Ай, чё? Чё? Сам улетел. Да, блин. Я думал. Вернуться. Братан, а что мы будем делать? Давай залезем еще раз, потому что мы оба как бы упали. А, давай, давай еще раз, Лёха, залезем. Давай, давай, давай. А, нет. Нет, 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 ушел, так, ну смотри, аккуратно, опять, да, я тоже, короче, блин, братан, мне кажется, давай просто разделим баллы и просто добавим, да, каждому одному баллу на счет 3-1-1, ребята, и давайте уже перейдем к заключительному третьему испытанию. 3, 2, 1, гоу, погнали, парни, все. Просто, ай, тихо, ай, да, ты че, пацаны, вы че нафиг такое творите, так, все, пацаны, я просто улетаю, все, а че такое? А ты что меня такое? Выкинул назад. А, да, лооооо, сука, кек, кек, кто там летит, кто там летит? Кто там летит такой большой и удаленький? Я лечу. Пау, я тоже, ребят, полетел. Флофликс летит, серьезно? Да, по земле. Билборд, нет! Тихо. Чего, нифига ты там. Так, нормально, неплохо. Да, а Леха, пацаны, я ставлю на то, что Леха приедет третий. Я ставлю реально на то. Я приеду первый. Ну, не. Блин, мне так не кажется, братан, потому что все же, ребята, я первый, и я ну, очень... Ну да-да-да, у вас турбоускорителя, у меня очень естественно, естественно. Тачка. Так, а где Леха? А, Леха там лох. Так, а Тоха, кстати... Леха очень вначале еще летит. Догоняет, Тоха, да, Тоха догоняет меня потихоньку, это, блин, это такое, это не очень, это не очень. Так, это очень даже тем не хорошо. Менее, ребята, 6 километров у нас остается. Так, да, у меня супер ускорители, если еще буду их юзать, то это вообще четко будет. Так, Ну, я пока что... Ладно, я пока что так тихо, тихонечко, ребята, покатаюсь. Так, в копа выстрелю тут, опа. Да, покатайся. Давайте, удачи вам, пацаны. Просто, так, а где Тоха? Я через 100, может, когда-нибудь доеду. Да. Так, Антон, Антон, что-то Тоха, ты вообще не вырываешь. Я просто врезался. Так, еще в копа постреляй, еще в копа. Копы, нет, тихо. Ай, врезался в копа, так. Ой, да блин, еще NPC-шка тут, гад. Просто так, где Антон? Антон там. Так, тихо, ребят, давайте так притормозим, на копы выставим и все. Я уже около тебя, обернись просто. Около чего? Меня? Вы там реально, блин, ребята, у меня много копов, пацаны. У меня много копов, капец, так. Ребят, давайте прыжок. Просто изи, так, еще. У него тачка прыгать умеет, это Да, так, это Паш, очень круто. Назад. Че там? Че там? Там ничего нету, там ничего нету. Нет, не вижу. Нет, не вижу, братан. Да я не вижу. Антон, давай, вырубай ускоритель. Тихо, нет. У тебя всего один. Выкинули. Просто, ребята, я, короче, я врезался в копа. У тебя есть шанс, Антон, я за тебя болею. Давай, давайте. Да, я просто сейчас взорвал копа, и он просто берет своим, это, взорванной тачкой меня откидывает. Блин, тут у меня 4 звезды, пацаны. Паш, что ты тут сделал? Как тебе и надо просто. Не знаю. Так, ну-ка, перепрыгиваем нормально. Сейчас они вертолеты вышлют. Да. А, вон Антон, я вижу, ребята, потихонечку Антон все же догоняет меня. Так, ребята, блин, за такую адскую гонку просто лайк поставить. Адская погоня. Адская реально погоня. Так, Антон, тихо. Аккуратненько. Как мне тут ехать? А я не знаю, братан, как ты, как ехать тебе. Давай, у него окружение, это у него щит такой, знаешь. Ай, тихо. Из полицейских. На! Ай, блин, в Антона не попал. В Антона не попал, это плохо. Я тебе попаду, ты в воду улетишь. Так, нет. ОМОН, блин, Антон! Ой, тихо, я в полицейских врезался! Меня завернуло коп! Так, надо взорвать их! О, господи! Кого ты там взорвать? Как много копов! Ай, просто создал, как бы... Для Тохи испытание маленькое. Вы не забыли, что у меня есть способность летать, и я через горы могу на изи пролететь? Точно! Ё-моё, дурак! Дурак, давай! Ах, прыгнем! Нет! Здорово, пацаны! Я тут Еще! Блин! Второе место! Ребята, я просто лох. Ладно, Антон, в принципе, получает свой
первый балл. Ай, какой первый? Второй балл, ребята. Но все же, Антон, это как бы... Ну, не спасет тебя. Просто, ребята, счет 3-2, 1, естественно, да. И, ребята, блин, ну, я побеждаю в этой серии. Можете меня поздравить, меня в комментариях. Поставить, естественно, лайк. Спасибо. Поставить, естественно, лайк этому видосику. Подписаться на мой канал, еще кто-то не подписан. Поставить колокольчик, тем не менее. Блин, ребят, потому что, ну, колокольчик, это важно. Если у вас нет колокольчика, то... Надо поставить, и вы будете самыми крутыми. Естественно, подписывайтесь на канал Тофликса, на Джелла, ссылочка будет на них в описании. Ну а с вами был Флейзин, Тофликс и Джелл. Всем удачи, всем пока, народ. Всем пока, чуваки. Пока, друзья.